fell in love with. Да, Дездемона. Ложитесь в отел. Вы помолились на ночь, Дездемона? Да. Не вспомните ли какой-нибудь вы грех, который милость Божья не простил? Дездемона, дай мой платок. Дездемона, где мой платок? Не знаю. Не знаю. Бандура, я тебя задушу. Отрыла, любовь моя. Потаскуха, извините. И мне не нужна твоя любовь. Где мой платок? Я задушу тебя. Утверждает, барана надо на веревке тащить. А та опровергает, не на веревке, на руках надо нести. Возьми лук, один на шомпол, ты подержи над газом, чтобы он совсем мягкий стал. Верхнюю кожу сними. Потом возьми стриптоцид, только чтобы... Лай. Вы слышите, чему она ее учит? Разве луком глаз можно тереть? Сусана, слушай меня. Возьми куриный помет, смешай тутовой водкой и добавь холодной мацоны. Слушай, брось своего петуха, играй, а! Зачем ты нервничаешь? Причем тут петух? Послушай, Яган, что у тебя за жанье? Дай ему в бок, он сразу побежит! Я ходим на балкон! На этой улице все друг друга учат. Не улица, а большая энциклопедия. Слушай, Аграм, ты сам раньше умрешь, чем барана зарежешь. Ты стукни его под курдик и сразу побежи. Зачем он не хилеть, что ты подкурдил? Ой, боже мой. Надо барану дунуть в ухо. А что, тут у тебя другого дела нет? Уйди! Что ты нервничаешь? Мы тебе помочь хотим. Я у нас в Сухуми слышал, если барану сунуть в ухо, он побежит. Чарри, что ты делаешь? Вернись обратно, а то проиграешь. Не, я и так выиграю. Опять сели, опять передерутся. Кто он тебе? Секретарь? Причем секретарь, я что, сам не видел? А почему возвращался? Это уговор. Тронул ход. Это твои слова. Слушай, не все это равно, какое это имеет значение. Я и так выиграл, и так выиграл. Ты выиграл? Ты проиграл. Я проиграл. Тут слепой не проиграет. Вон человек стоит, пусть он скажет. Атар.
Если кинет Абдула душащий, выиграет. Да. Душащий Абдула. Да такое раз в 100 лет бывает. Слушай, не мешает, отойди, а? Сыграл. Все. Что, все? Встреча закончена. Я выиграл. И ты еще как сказать. А может быть, я выиграл бы. Как? Атар, мог? Конечно. Я помню, поставлю. Давай доиграем. Чем? Как чем? Зара-то нету. Ешь, петуха, вытащи Зару. Смотри, начинается. Ты что? Взбесился, что ли? Ты же не имеешь права. Какое право? Кто его придумал? Мой петух. Ты уже третий раз так делаешь, ешь, петуха. Вот так. Ешь, петуха, я захочу. Вот так. Люди! Он мухлюет! Он специально своего... Валера! Валера! Чего ты орешь? Ей-богу! Не видишь, ребенок спит! Отдай, мама, я хочу играть! Оксани, иди быстро домой, иди! Карамат захши! Дагихал Макбур с Дагихом на плед, набрыда духа, убил Аркали! Черт, Карамат, обидел! Что это Карамат? Ай, Джамат, ты сын из Буны? Шушанна, сенде сарджан харде иди! Джамат, ты сын кулак асма! Весь аборт илем сен! Несколько своеобразный диалог. Она говорит, эта принцесса думает, восьмерых нарожала и может командовать. А это ей отвечает, я еще десятерых нарожаю. А ой, Гекер! Смотри, Тазиля, не крути салю из кассы. Абдула! Слушай, убери свою жену, а я свою! У меня так голова болит! А у этих разные точки зрения на воспитание детей. Она не хочет, чтобы ее мальчик бегал босиком по горячему асфальту, не играл в мяч, не обливался водой, а муж как раз хочет смотреть телевизор. А ребенок, между прочим, у них единственный, в то время как у соседки их 8. Вот и все. Кому говорю, хватит, хватит, хватит! Тихо там! Марксен! Папа! Играй, сынок, сколько хочешь. Иди, сколько хочешь, иди куда хочешь. Оксан, не слушай его. Тихо. Иди домой. Молчат. Оксан, а вот держи руку. Молчат. Уйди. Убийца ты, молчат. Убийца. Уйди. Валера, ну, Валера, подойди сюда, подойди. Ну, куда я? Куда? Сюда, подпущи. Давай. Ага. Ну, хорошо, я тебе. Ну, давай. А? Так. Да, ну, давай, давай. Спасибо, Валера. Ты слушай, на что подписался? Потом я тебе скажу. Камиша! Вернись! Камиша, мамаха! А мамиша, нам хуты шли, рогору за гавельщина! Он готов единственного сына убить! Лишь ты телевизор смотреть! Сады хорбит! Галя! Галина! Закрой окно, закрой! Эти мерзавцы, негодяи, опять пудрон варят! Ой, камиши! Камиши! Хатин! Радом, я там гамму вам! Гена, ты варишь гудрон так, как моя жена суп. Закрой рот, а то сажа тебе прямо в рот летит. Не отвечай. У него рот и желудок уже отполирован. Не отвечай. Эй, ты чеши отсюда, без тебя обойдемся. Как тебе не стыдно? Кто тебя воспитывал? Разве можно со старшими разговаривать? Хорошо, бьет. Что касается меня, разве я не чешу? А? Дождете здесь, посчитайте до 40, потом войдете. Левое крыльцо, второй этаж. Дверь первая. Да, первая. Добрый день. Тамара, кто пух палкой бьет? Если из такого пуха подушку хочешь делать, лучше на колючки класть голову, чем на такую подушку. Ой. Ой. Садитесь, пожалуйста. Что вы там делаете? Успокойтесь. Даже можно горшком сейчас человека убить. Добрый день. Чего кричать, не убили ведь? Махали. Не бойся, разве такую массу горшком убьешь? При чем тут масса? Камушком слона можно убить, смотря куда попадешь. Конечно можно, если камушек бросать с размаху и не задумываясь.
И если он попадет слону под глаз. Как же можно? Человека сравнивать со слоном. Человека надо сравнивать с человеком, а не со слоном. Из этого барана лучше толму сделать! Это думала! Даст мне сегодня кто-нибудь нож или нет? Можно такого барана на долму портить. Из него надо плов делать. Сразу 100 человек накормить. Si tu me regardes, garde-moi. Je t'ai juré grand amour. Ah, кого я вижу, сколько лет. Заходите, заходите. На, отнеси отцу. Учить, как резать барана! Уходите отсюда! Выйди! Это зверство. Надо его кастрировать. Может быть, ломом его? Впрочем, о нем пока еще слишком рано. Послушай, Акрамага, дай я его заколю, по-нашему. Нож под левую лопатку, раз, и готов. Она говорит, это же не свинья, это же баран. Вас послушаешь, скоро кур на пилораме резать. Причем тут пилора? Если острый нож доходит до самого сердца, убивает мгновенно. Как инфаркт. Только надо руку крепко иметь, чтобы не дрожала. А у него вон руки дрожат. И вообще он нож в левой руке держит. Правой держит, правой. В левой держит, в левой. Демагог, таких мало. Не знаю, где право, где лево. Он левша. Ты более, еще хуже. Быть левшой вообще-то не очень удобно. Надо было с детства приучать. Родители виноваты. Понимаешь, надо было ругать. Они, наверное, баловали Акрама. Детей нельзя баловать, понимаешь. О, вот если бы... Детей не надо ругать, детей надо учить. Вот если бы Акрама в детстве не баловали, он был бы сейчас благодарным. Эй, Акрам, а ты все-таки попробуй нож держать в правой руке, и в твоем возрасте можно научиться. Дядя Акрам. Акрам, ты знаешь, что такое? Сколько раз я тебе говорил, зачем дома сжатый воздух держишь? Ты мне надоел. Я тебе 8 раз говорил, нет, 9 раз говорил. И вчера вечером говорил,
Неужели тебе нечего больше с работы домой принести? Ты ведь знаешь, что я держу сжатый воздух не для того, чтобы взрываться. Ну, где-то. Дай мне с тобой расправиться. Что? Что вы хотите? Это не музыка, а крик. Слушай, дочка, музыку. Нет, это музыка, вот это крик. Музыка похпудушь. Ага, по-твоему, наши отцы и деды только кричали? Да, кричали, кричали. Я в жизни, сам пошел шмели сейки. Да молчите, друг, и не пойду и там. Смена караула. Давай. Ты дай воды сигарет. Эй, арбузы, портфель бросьте, не то пупы подрываю. Отрежай его. Что случилось? Ничего. Иди отсюда. Thank you.
Семья, дети. Нет. Зачем ты не семья? Да мне все равно. Пусть они что хотят, то и думают. Ты что, опять свой танцевальный кружок идешь? Да. Сынок, что ты ищешь? Обедать. Что ты ищешь? Кто такой? Кто такой? Я ушла в училище голодная. Конечно, поела. Опять ты целую сетку тащишь. Смотри, приступ будет. Ничего не будет. Просто жарко. Ты когда придешь? В последнее время ты поздно приходишь. Ты когда придешь? Вечером после занятий идем в филармонию. Врешь? Опять будешь шландаться с этим скрипачом. Брат приехал на 5 дней. Мама, ну почему шландаться? Правда, идем в филармонию. Из Тбилиси приехала знаменитая капелла. Я же тебе говорила. Тебе помочь или ты сама донесешь? Ну вот еще. А Петя дома? Как же будет он сидеть, если он на 5 дней? Ну ладно, не опаздывай. Приходи скорее. Не беспокойся. Of suffering and fortitude is slow, especially the do dies major. Well, I agree with you. I agree with that of the first part, but as to the middle of the second part... Пошли. Закурить есть? Есть. Нет. Подожди. Бить? Хулиганы! Сашка, я твоему отцу скажу! Не трогайте его! А кто его трогает? С ним только поговорить хотят. Ара, ты мужчина или нет? От юбки можешь отойти? Могу. Не ходи. Я кричать буду. Не будем мы его бить. Пальцем не тронем. Мы что, трое Идем. Одного бить будем? Конечно. С какой улицы? Стережковая, что? А почему по нашей улице ходишь? Я что, по твоей хожу? Да что с ним говори? Убил! Не трогай!
Женечка! А? Убери ее домой! Еще! 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 Звери! Бандиты! Ты не будешь с ним ходить! Ты кто? Какое твое дело? Не будешь! Девочки, девочки, мы в библиотеку? Да, да. Смотри, какой нарядный. Девушке, надо ему рога наставить. Девочки, разники, юбка, кончайте вот здесь. Не так, а вот так. Сюда лапу кладешь, негодяй. А если Привет, Карлос. Что случилось? Вот он. И стою. И ненавижу. Убирайся отсюда. Я не уйду. Это смешно, понимаешь? Что смешно? Что я стою здесь? Ну что ты за мной таскаешься? Дворкина, ты распространил билеты? У меня брат из армии приехал. Ну и что интересно? Концерт сегодня, о чем ты думаешь?
Никто не берет, стипендия только послезавтра. Меня не касается. Ты в какой группе? Он не в училище, он в школе. Ну и что? Ты из какой группы? Да он школьник, он не в училище. Очень хорошо, школьник. Отдай ему эти билеты, пускай он распространит в своей школе в порядке шефской помощи. Ты из какой школы? Ты из какой школы? 171. Это на улице Кецхувели? Да. Это же наш район. Отдай ему билеты, запиши фамилию, а я позвоню их секретарю. И запомни, Дворкина, нельзя замыкаться в нашем кругу, ясно? Да. Все. Раз ты культмассовый сектор, нужно нести культуру в народ, ясно? Ясно. Значит, договорились. Я записываю в плане работы. Совместный поход в филармонию со школьниками 171 школы, понятно? Все. Взялся ты на мою голову, пошли. Это наш комитет. Школа номер 171. Как твоя фамилия? Расулов Мурат. Ответственный Расулов. В каком классе? В 9-м. Девятый класс. А уже? Распишись. Когда распространишь, принесешь деньги. 4 рубля. А ты в каком ряду будешь сидеть? Я эту программу в прошлом году слушала. Тогда не надо. Что не надо? Что не надо? Билеты не надо. Ну, а если я приду? Точно придешь? Ну, если ты меня приглашаешь. Скажи Клену с матери, что придешь. Псина, ты где это говоришь? Здесь комитет комсомола. Скажи Клену с матери, что придешь. Ну, хорошо, честная комсомольская, приду. Этот костюм твой или твоего отца? Ну, конечно, мой. Только не режь. Нет. Сестра сделает. Пугай теперь еще, ты. А? А? Ну, давай. А туфли? Туфли, а, да-да. Что ты не забыл? Чуть ты стирай. Ты что, холодной водой стирай? Пусть стирает. Пусть не учится. Не уйди, спеешь. Что это такое? Ты можешь хотя бы сейчас не танцевать? Не стой над душой, лучше сходи в парикмахерскую. Посмотри, на кого ты похож. А я успею? 1000 раз. Да я сделаю. Оп. Они сообщают, что наконец утвержден его проект гамака с мотором. Который час? Мастер! 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 Чего кричишь? Пожар, что ли? Полубокс. Готово. Мама! Мама!
Мама дала тебе 4 рубля. Зачем тебе больше денег? Гальстук куплю по дороге. Надень мой галстук. Стой, касса, не хочу, ну. Тогда у соседей возьми. Абдулла, одолжи, пожалуйста, галстук. А то наш мальчик сегодня первый раз идет в филармонию. Я Мурата всегда по нас. Весь дом переверну. Коги тоже идет. Да, у них культ поход. Ай, бездельники. Что я, деньги печатаю, что ли? Один билет 4 рубля. Филармония культура. О-о, а футбол что, это не культура? Один билет, не рубль взяли. Стоит. Как ты сядь, обращайся! Филармонист! Соседи услышат. Ты виноват, Максим. Ты! Чем я виноват? Что ты наделал? Зачем развязал галстук? Ты что не умеешь? Надо просовывать голову. Бибигюль умеет, Бибигюль. Бибигюль! Бибигюль! Ну что ты наделал, а? Бери, дядя деньги дает. Аня, тут свободно? Занято. Наверное, занято, не знаю. А что ты не оринчаешь? Да, занято, так и скажи, что он занят. Ты же говорила, что сегодняшняя вечера. Программа тебя не привлекает. Аня, я переобула. Ты что, проглотила ее? Ты одна? С подругами. Ну что вы пристали? Обязательно надо сидеть рядом со мной. У вас есть свои места. Ты что? Пойдем поставим у дверей, пойдем. Деньги забыли. А где же? Это за мой билет. Забери деньги. Тише, не ори. Мальчишка. Забери деньги. Туда, смотри. Перестаньте шуметь, дайте послушать. Безобразие. Надо же. Уже поздно. Я же сказала, брат из армии приехал. Как-нибудь в следующий раз. Правда? Правда. Мама. Мама! В какую квартиру? 15-й, 19-й. Дуся! Так где же вода? Там скорее! Сейчас принесу. Мама. Осторожно. Мама. 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 Яблоко, как аптизное, как беременная женщина. Чуть что
не так, что плачет. А чего плачет, не поймешь. А яблоки уже не те. Ерунда все это. Яблоня как яблоня, а бабы как бабы. Нет, нет. На. О! Вечером вернешь. Беда. Ты что тут? Ты что? Сестричка, в пятой палате больной Рагимов лежит. Больной Рагимов. В пятой палате. Пускай подойдет к окну. Да, пускай выглянет. Акрам! Что случилось? Отец, дай деньги. Какие деньги? Нет, я в Белоруссию должен ехать. В Белоруссию? Какую Белоруссию? Ты в школу ходил? Ходил. Ничего. А 2 рубля, да возьми. Не надо. Выключишь? Я по спидометру заплачу. Здесь ГАИ кругом. Я не могу выключить. Куда едем? Путевку? Что везешь? Сам не видишь. Люди мать хоронят. Далеко едете? В Беларуси. Езжай. Ей-богу. Купить вам? Из них если варенье сварить? Ух ты! Слушай. Поехали. Езжай и служи себе спокойно. Тебе служить сколько осталось? Че? Служить, говори, сколько осталось. Год.
Ну вот и слушай, ну ничего. А ты у нас останешься. Будешь в музыкальной школе работать. Мы тебе комнату дадим. Ну а потом, если насовсем останешься, квартиру. Дом, то есть. А что? Могила вашего батьки на нашей земле. А теперь мать тут. Значит, обязаны у вас участие принять. Я так понимаю. Никита Матвеевич, там председателя спрашивают. Кого? Вас. Райкомовцы, райкомовские, наверное. Что? Не знаю. Кто там? Один. Хорошо, скажи, сейчас буду. Хорошо. Так вот, значит, раз ваша мать и отец здесь, незачем тебе, дочка, в городе быть. На Кикишиши там жить. А у нас музыкальная школа 4-й год работает. Значит, тут тебе самое место, я так понимаю. Ну, а квартира ваша городская за тобой, парень, останется, раз ты в армии служишь. И вообще, вы что, без вещей приехали? Без. Жалко. Ну ничего, мы подъемные дадим, съездить за вещами привезет. А мы пока тут хату оборудуем. А ты, дочка, молодец. Ради святого дела. Эй, чего смотришь? Кого надо? Спасибо. Специально я привез, чтоб наш приезд осластить. Молодец! Народные обычаи надо соблюдать. Сынок, где ты? Помоги. Мама, они к нам приехали? Видишь, дяди приехали. Ва, какой ты большой стал. Я тебя 5 лет не видел. Ты мужчиной стал. Настоящий мужчина. Да, Бирсири, Джейрана Балам, Бирсири. Держи, Салим, иди на ту сторону. Левее, левее, держи. Иди туда, я отсюда подойду. Левее. Осторожно. Я помогу, я. Ты посторонний, не имеешь права. Гейзли, дай газ, Гейзли. Давай сюда, пропусти. Пропусти. Левее, держи. Подожди. Говорю. Ну так, подожди. Хорошо. Левее, держи. Давай сюда. Опа. Давайте. Да. Ты в город переезжайте! Леви! Что? Ну вы в город переезжайте! Ты что, забыл, что ли? Что забыл? Что забыл? Акрам, скажи, что забыл? Что? Забыл он что-то?
Сколько раз я должен сказать, что ты обучен с дочерью Рустама? Леве! Осторожно! Сегодня я исполнил 16 лет, и вот они приданое привезли. Что вы делаете? Держите! Отец! Пусть они уйдут отсюда! Никуда не уйдут! Ты знаешь, кто их брат? Осторожно! Держите! Осторожно! Держите! Тебя же не сегодня женят! Ты еще должен институт окончить! Я тебе такие одеяла привез, шерстяные, настоящий карабахский пух! На таком пухе с молодой женой! Фи-фи-фи-фи! Держи! Поможет мне кто? Поможет кто-нибудь мне? Убирайтесь! Ты посмотри, что он делает! Не стыдно тебе это помогать? Убирайте ли молодые или нет? За дьяволами! Поможет кто-нибудь меня или нет? Все станет, не хочу видеть! Убирайся! Не хочу ваше одеяло! Ваш дар! Ваш пух! Кто вас дар? Убирайтесь все! Убирайтесь все! Убирайтесь! Вы меня спросили! Не хочу вас... Какой тонкий сука! Какой то оттяну! Ты виноват во всем! Ты виноват у меня еще! Зачем я резал барана? Зачем я резал барана? Убью! Что с тобой? Ничего, уже прошло. Ты невесту видел? Ты ничего не знаешь и молчи! Дай мне в своем доме слово сказать! И не мешай мне жить! Ты ничего не знаешь! Ты делаешь свой гамак на моторе и делай! А жизнь это не гамак! Ты невесту видел? Тебя спрашивают, ты невесту видел? Нет, не видел. Да видел. Отца позоришь, мать позоришь, сестру. Дядя из-за тебя из дома уходит! Селим! Селим, ты слышишь? Я прошу тебя, выйди на минуту! Что ж ты кричишь? Он же ничего не слышит. Селим! Селим! Селим, я прошу тебя. Садись. Невеста красавица. Мы же ее видели. 16 лет. Ее дядя, брат Рустама, большой человек. Начальник треста. Я ж тебе плохого не хочу. Не буду я жениться. Лучше в армию пойду. Я тебе дам в армию! Перестань, хватит. Ты о сестре своей думаешь? Хватит. Она из-за тебя замуж не может выйти. 20 лет совсем старуха. Пускай выходит. Ты меня не учи. Пускай выходит. Убери это. Она тебя ждет. А если я из дома уйду, кто матери помогать будет? Ты меня ждешь? Ты же с Говоркой встречаешься. С кем? С кем, с кем? С Айрапетяном. Футболист из ирландской сборной. Он каждый месяц сюда приезжает. Убью. А он зато с Санькой встречается. С Санькой с Бандарной улицы. Которая старше него на 2 года, и он влюблен уже целый год.
Мерзавец! А вот почему ты не женишься. Асиат, собери всех родственников и все. Пусть все знают, что со мной, и пусть он знает, кого он прикрывает. Это витебский поезд? Да, витебский. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Смешно, правда? Очень. Конечно, смешно. Вы Витебск? Нет, вот она. Нам я Володя, вы Наташа? Нет, Аня. Он. Все равно. Пожалуйста. Молодой человек, а это билет-то настоящий? Конечно, настоящий. Так, внимание, провожающие, отправляемся. Ну что ж, наверное, теперь вы не будете драться. А я тебя била тогда, помнишь? Больше не буду. Напишу обязательно. Аня, 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 до свидания. Хорошо. Аня, подожди, Аня, не забывай, Аня. Напиши, свой адрес напиши. Напишешь? Напиши, Аня. Хорошо. Правда, напиши, Аня, сразу напишешь. Подождете здесь, посчитайте до 40, потом пойдете. Левое крыльцо, второй этаж. Первая дверь? Да, первая. Да, первая. Köpeği oğlu, göz ve bıçak batsın eze bıçak. Bıçak mı gör ne hala sal. Sap sap saralım. Sen. Yandır görüm. İyi görüm. Hiç yapmayalım. Что мне делать с Бандарной улицей? Это та, которая не хотела мать хоронить на нашей земле. Ай, Аллах, рехмите без луны. Они ее на родине похоронили, рядом с ее отцом. Конечно, на нашей земле жили, а как умирать на своей родине. А ты молчи! Ты молчи! Я тебя убью из-за этого футболиста! Ты что, жениха среди нашей команды не могла выбрать? Вы нас с матерью тоже в деревню отвезете хоронить? В деревню рядом с дедом и уложите. Я понятно? Отец, что ты говоришь? Я сам знаю, что я говорю. Акрам знает, что говорит дочка. Акрам знает, что говорит.
А еще в 12 веку... Уберите этого пацана, да? А вот еще в 12 веку наш величайший поэт Низами Ганджавик говорил... Что он говорил? Он говорил, что выходящий из земли опять-таки возвращается в землю. Конечно, конечно. А земля, сынок, это наш дед и прадед. Вот ты жениха из нашей команды выбирай. А ты женишься на дочке Рустама. Не женюсь я. Убьюсь! Сам Gel senden bir meseleni halledeyim. Sen yaşlı olansın. 17 yaşındasın. Он говорит, Александр Македонский в его возрасте государством правил. Наверное, такое было время. Альберт, у тебя прекрасная невеста. Когда ты был совсем маленьким и ничего не понимал, твои родители позаботились о твоем будущем. На что я подписался? И обучили тебя. Потом скажу. И что? Вместо благодарности что? Стыд и срам. Всех нас так женили. Вот аминь. А? Скажи, сколько тебе было лет? 2 месяца. Ну и что, ты сопротивлялся своему отцу? Что? О. Если не было бы младших, старшие кого бы воспитывали? А если бы не было бы старших, младших кто бы воспитывал? А? Все так устроено, мы все друг друга воспитываем. А как по-другому? Верно. Надо отца и мать послушать, сыну. Это они породили тебя. Они имеют право на это. Надо их слушать. Один татарин с высокой скалы головой не спадал. Летит он, долго летит. И вдруг догоняет другой татарин, который раньше него падал, с той же скалы головой вниз. Эй, друг, ты не огорчайся, что я тебя обгоняю. Нет, говорит, я не огорчаюсь, я просто удивляюсь. Как же ты меня все-таки догнал? Давай лучше поговорим о свадьбе. Невеста ждет, слезы льет, жених горячий. Правда? Подушку ждет. Я знал, что ты поймешь. Ты же умный парень. Молодец. Все понимаешь. Я, ну что, сынок, женишься? Нет, отец. Я поеду в Беларусь. Турок, что ли? Нашел, я за тобой приехал.
Садись. Почему ты не писала? Послушай, ты ведь еще совсем молодой. Мне уже 18 лет, через 4 месяца. Я тебе сказал, если ты приедешь... Глупый. Я уже замужем, Мурат. Я тут вышла замуж. Thank you.
обратно. Верните клоп обратно. Что такое? Что такое? Верните гроб обратно! Вы неправильно несете гроб! Ты домогов! Смотрите на него! Ну как, братец Лео, ты доволен? Ты правильно тебя несёшь? Да! Он доволен! Пойду я завтра в университет. Поеду я в Белоруссию. Ну дайте мне спать! Кроме справки врача, здесь все документы. А где он? Сам он где? Он... дед наш захворал, мальчик туда уехал, через 3 дня вернется. Аслан заболел? А что с ним? Он жив? Нет, нет, с ним ничего. Он давно умер. Салам. Это он к дедушке моей жены уехал. Салам. В Акстафинский район. Салам. Я тебя прошу, пусть сегодня у меня эти документы примут, а справку от врача я тебе принесу. Да, салам. Он здоров, он совершенно здоров. Салам. Почему я должен врать? Почему я вместо тебя должен краснеть? Замолчи! Замолчи! Завтра экзамены начинаются, ты будешь сдавать! Хотел бы видеть тебя вместо меня! Что? А кто виноват? Нет, ты поедешь к нему! Ты давал ему деньги на эту Белоруссию! Я это знаю! Я разрешил! Ты мне не ври! Почему ты врешь? Почему ты врешь? Бегу. А? Замолчи! Замолчи! Место получше не нашел. Не мой? Точно, не мой. То ведро. Оставь. Возьми вот метлу и подмети вот отсюда и до туда. Слушай, Расул, твой отец приходил, а ты мне баки заливаешь. Как тебе не голову ворочишь? В армию раньше срока иду только в 2 случаях. Первый, когда снимаешься от милиции, ты снимаешься? Нет. Второй, когда уходят от женщины, ты уходишь? Да. Тогда садись. Как мужчина с мужчиной? Сколько месяцев? Кому? Той девушке, на котором жениться не хочешь. Нет у меня никого. Мочи! Ту
Твой отец мне говорил, но не все сказал. Сколько ей осталось? Что осталось? А может... Слушай... Колен? Там? Колен? Колен? Ты хочешь сказать, что не трогали эту девушку? Сколько ей лет? 16. 16 лет? Красивая? Ничего, наверное. А в чем дело? Не люблю просто ее, не люблю ее. Ну что ж, женщины будешь любить? Не буду. Откуда ты знаешь? Знаю. Не знаешь? Знаю. Не знаешь? Я другую люблю. Вот. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Вот это я хочу слушать. Теперь мне все ясно. Сейчас скажи. На каком надо? Кто? Месяц это девушка, которую ты любишь. Замужем уже она, замужем. Замужем? 18-летний мальчик и любишь женщину, которая замужем? Не люблю уже. Почему не любишь? Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Чего распелся? На твоем месте плакать надо. А я хочу петь. С сегодняшнего дня я не буду разговаривать. Я буду только петь. Моя дочь танцевать, а я петь. Он услышал. Я буду только петь. Моя дочь танцевать, а я петь. Го! Что за перемена? Не могу сказать, что, но что-то произошло. Что-то случилось. И вообще, это никого не касается. Не плачь, девчонка! Мы тебе только хорошего хотим. Хочешь петь, пой, сколько тебе влезет. Вот только парня жалко. Вместо института из-за какой-то замужней бабы в армию ушел. Правильно сделать, что ушел. Нечего жалеть. Армия — это не только пушки, это еще и... Загалка! Покрепнет он там. Правильно говоришь, правильно. Ты меня учишь, что такое армия? Да ты еще дома чесался, когда я уже был там. И что? Разве я другим вернулся? Ого-го! Нет уж, если он из-за нее под поезд бросался. Да не бросался он ни под каким поездом. Все это сплетни. Агра! Разве он из-за нее под поезд бросился? А ну расскажи, как было на самом деле. А я не помню. Салим помнит. Он и расскажет. Тоже мне нашли. Ой, как есть, кто сказал? Она сказала, чтобы у тебя башка лопнула. Чего ты фонарь?
тобою горе поедено. Тобой переполнено все живое, сущее на земле. Нет у тебя конца. И у нашей истории нету конца, поют они. Мы сложили ее как песню и поем. Thank you.